Это вы, да? Я убрал чуть-чуть, да. Теперь он пошел вниз. Ну да, держит глиссаду нормально. Уматно, да? Да. Как на Боинге, да, почти? Не, ну болтает только, конечно. Это круче, чем Тесла, понимаешь? Уверен. Да? Ну да. Слышишь, ну автоматически заходит, это вообще, скажи. Да. То есть, если сейчас видишь, что-то не так делает, нажимаешь красную кнопку, ага. Понял? Ну, на всякий случай, чтобы ты знал. Ага. И заходишь даже, или просто вот этот отбиваешь так вот в сторону. В сторону, да? Да, и он выключается. Понятно. Так, у нас ILS заход на полосу 08. Камера пишет? Ну да, должна писать. Заход на полосу 08. Так, скорость я немного убираю. Да, увеличить. Что там у нас по глиссаде выдерживается? Да, выдерживается. Сфера танка напрямую полосу 08, посадка. Юнифон служит трубе от Сьерра Танго. Разрешаю посадку полоса 08, ветер 360 градусов, 3 метра в секунду. Разрешили посадку полоса 08, Сьерра Танго. Вот, по центрику сейчас еще чуть-чуть выровняем. Сейчас правая педаль с левым креном, да? А я не знаю, честно, сейчас посмотрим. Вот так. Придерживаем, вот так вот, да. Придерживаем. Чуть-чуть еще, чуть-чуть подгазовываем. Вот, хорошо, хорошо, держим. Отлично, все, хорошо. Все, и мы сейчас вот здесь вот будем уже сруливать. Union from Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango. Taxi backtrack, locate runway to the left. To the left, fly taxiway 2. Locate runway 08 via taxiway 2, Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango. Follow me car inside. Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango, contact Dnipro ground 1-1.8. 1-1.8, Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango. Dnipro Virus ground, Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango. Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango, Dnipro ground. Доброго дня. Доброго дня. Taxi via taxiway 2. Behind the follow me car. T1. Say again, Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango. Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango, Dnipro ground, доброго дня. Follow the follow me car to the apron via taxiways 2 and 1 to stand number 3-1. Follow the me car via taxiway 2-1 on stand 3-1, Uniform Romeo Foxtrot Romeo Sierra Tango.